После 2 лет простоя в 6-й сосновоборской школе открыли бассейн. Он функционировал с 1984 года и почти 30 лет не видел никаких обновлений. Постоянная влага сделала свое дело. Бассейну потребовался незамедлительный ремонт. В 2013 году его закрыли на реконструкцию. Первое, что полностью здесь переделали, это водоснабжение. Вот оно, сердце обновленного бассейна. Фильтры, нагреватели, очистительная система. Все современное, немецкое. Теперь бассейн запускается нажатием одной кнопки. Раньше на это требовалось несколько дней и немалые усилия. Открывать краны, запускать нагрев воды приходилось вручную. И даже хлорку разводили в ведре. Сейчас все происходит автоматически. В бассейне установлено новейшее оборудование. Просто супер. Все делает компьютер. Вода нагревается с помощью тоже компьютера. Дозировка хлора и всех компонентов, которые очищают бассейн, тоже все за этим следит компьютер. А мне остается только смотреть на монитор и этот весь процесс контролировать. Сегодня вода проходит несколько этапов очистки. Сначала ее пропускают через фильтры, затем ультрафиолет и потом уже через хлорку. Все 60 кубов обновляются буквально за 3 часа. Кроме того, нагреватели здесь теперь автономные. И работа бассейна в школе никак не будет зависеть от отопительного сезона. Тренироваться можно круглый год. Конечно, дети все умеют плавать, дети с удовольствием. Надеемся, что сейчас вот будут проходить соревнования среди 5-х классов, обязательно как этап спартакиады школьников для 5-классников. Я надеемся, что наши дети получат 1-е место в этом году, потому как невозможно не научиться плавать в таком замечательном бассейне. Всего в ремонт вложили 7,5 миллионов рублей. Заменили не только оборудование, но и обновили чашу бассейна, плитку, а по периметру сделали теплые полы. Примечательно, что после реконструкции значительно теплее стала и вода. Ее температура сегодня 29 градусов. Более чем комфортно для занятий физкультурой.